Сегодня в 10 часов утра на станцию скорой помощи поступил вызов из пятиэтажного дома по проспекту Мира. Помощь потребовалась ребенку, который выпал из окна второго этажа. Причины и то, как это произошло, медикам показались весьма непонятными, ведь у мальчика диагноз ДЦП. В 10:30 ребенок был доставлен в центральную городскую больницу, а информация передана в полицию.